продолжим, пожалуй. Тогда, секунду. Где тут свиток был? Уменьшение монстра. Понятно. Кнопочки закончились. Ого, я так резко так к нему рванул просто. Ну давай, наведение будет на него. Оп! Кстати, да, почему меч? Сыкло! Персонаж берет самое сильное оружие, которое может взять. С самым большим уроном. Да? Почему-то меч был не самым большим уроном, если честно. Потому что больше у него только глаз воина. А, ну не хватает силы, понятно. Вот и все, вот делай. Легкий двуручник! Да не так уж и больше у него урона, но... Логика и понятна. Так, теперь осталось прибежать и... Да. А, мне бежать вообще на другую сторону карты, да? Или куда? Подожди, я уже забыл, где я был. В новый лагерь. А, да-да-да-да-да, я все вспомнил. Я ж оттуда могу попасть, куда мне надо. Так, некромант убираем, магы воды. Так, стоп, давайте свиток еще уберем. А то у меня все ходки и заняты уже. Маги воды! Примите меня в свои объятия. Но он постоянно отворачивается, вот сволочь. Так, все. Травы на Аману больше нет. Поэтому будем пить все с баклажки. 5-миллиметровой. Миллилитровой, неважно. Так, где моя сила паркура? Приди! Зелье Редбула. Ох, как понеслась! Качнулся бы уже, ну ладно. Да, тут же можно у Хроноса. Что такое? Еще. Покажи мне. Я не хотел с тобой разговаривать. Какая-то новая запись. Встреча. Нет. Незнакомец. Нет. И что это? Путь храм спящего? Что за... Срать. Забудь. Просто у меня какая-то запись новая была там. Я думал, мне, может, дали квест. Я хочу увеличить силу своей магии. Я могу. Пятерик. Еще пятерик. Еще пятерик. И еще пятерик. И пока хватит. Да, может, потом силу увеличим. Можно так, у меня, кстати, пройти. Там лук был вроде. Новый. Ты его уже надел автоматически после превращения. У меня сразу два лука. Оделась. Лол! Он мне показывает, что он у меня одет. Ну ладно. Попробуй стрельнуть. Сейчас. А я не могу его достать. Но показывает, что одет, видишь? Ну бах такой небольшой. Ну ладно. Раз бак! То хрен с ним. Поэтому Red Bull закончился. А, не, стоп. Вот так вот сделаем еще. И побежали. Поскользили, я бы даже сказал, по текстурам. Оп! Так. Улу-булу, блин. Понятно. Кажется, какой-то скайп слетел. И у меня не работает мышка, поэтому придется потерпеть звуки скайпа. Вы уж меня извините. Но они должны быть не такие же громкие. Так. Шахта, пещера. Я иду. Жди меня. Передачи одноименной. Так, я хоть туда иду. Вот что-то я как-то уже, если честно, подзабыл, куда идти. Вроде сюда. Неплохо было бы еще сохраниться, кстати. Так, зелье, я не понял.
Еще разочек давай. Да скайп давай уже вылетай, запарил. Я понял, что у него вырубился комп. Или интернет, не знаю. Во, молодец. Вот так уже лучше. Здрасте, вы что тут уже делаете? А вы тут уже все оккупировали, приватизировали. Ну, молодцы. А кто все тут сделал? Кто зачистил территорию от противника, а? Почему этого героя не восхваляют? Привет! Как обстановочка? Все тихо. Свободная шахта словно вымерла. Но долго это не продлится, если Ли не пошлет сюда подкрепление. Ну а пока я попробую расположиться поудобнее. Все с тобой понятно. Погнали. Надо тут еще поискать ползунов, конечно же. Кстати, насчет ползунов. Они вроде же здесь где-то были. Надо сюда, значит, зайти. И попробовать с ними разобраться. А даже больше, чем попробовать. Просто разобраться. Ну, вот так вот как-то эти дела делаются. Так, сейв, пожалуйста. Так, и, парни, идем вперед к новым приключениям. Тут я вроде еще не шлялся. Ага, интересно. Очень интересно. 100%, если я туда упаду, мне будет хана. А, тут можно спуститься. Аккуратненько! Я хотел сказать аккуратненько! А не ломай себе ноги. Давай, вставай. Да-да-да-да-да. Только у меня не работает мышка, он не очень... Не забывай там. Отлично. Убил. Кажись, игра вылетела. Только же сейчас, да? А-за-за-за-за. Конченая готика. Что я могу еще сказать? Почему она не хочет нормально работать на современных операционных системах? Ну, в том плане, что она там не захватывается ничем, кроме фрапса, нормально. Ну, если в таком духе. Где я сохранился? Я не знаю. Ну, вроде недалеко. Там все продолжается, надеюсь? Вроде да. Снова скайп пропалил, ну и хер с ним. Все равно мне никто туда не пишет, так что мне как-то все равно. Так, готика. Да, если мне кто-то будет добавляться, все равно никого не добавляю, так что ля-ля-ля-ля-ля. Реклама, а ну послушаем, что на чем, что они говорят. А, нет, звука, вот черт. Ха-ха! Хотел рекламу посмотреть, а хер там. Вообще про детей какая-то реклама. Ну ладно. Нормально, почему бы и нет? Про детей можно посмотреть. Не, совсем маленьких. А, ну туда неинтересно. Ну какого хрена ты сюда приперся, ползун? Вот ты, что, как это называется? Иди сюда. О, так же лучше. Так. Я вышел на охоту. Читы! Не работают! Не, эти ползуны хоть и слабенькие в плане бронированности и устойчивости к магии, но блин! Как же они ебошат? Не забывай еще панциря у них позабирать. Ну это да, но сначала видишь, что мне надо сделать. Сначала мне надо убить их. Они сразу этой херней. Поэтому по ним навестись нельзя. Во-первых, таргет не лочится. Во-вторых, фаербол куда-то улетает. Непонятное говно. О, попал. Отлично! Вот это бесит больше всего, что куда-то непонятные
непонятные места все улетает. Хотя вроде ты на него навелся, вроде давай типа вниз кидай. Но нет, хрен там. Грибочки. Хоть какие-то можно забрать. Вот куча грибов, блин, а забрать никаких нельзя. О, еще грибы. Слушай, меня тут сейчас по грибочкам куда-то заведут. Ну хоть залазит куда-то, это уже радует. О, он начинает по уступам залазить. Ну, практически. А нет, залазит. Что меня искренне удивляет. А, я понял, куда это ведет. Как раз таки туда, куда мне примерно надо было. Астрономия. Ну-ка, почитаем. О, немного читать не хочу. Так, один вопрос. Как бы мне так аккуратно сюда пролезть? О! Чемпион по прыжкам в длину. Отлично. Чувак, у меня есть все. Давай, делай. Глю-мулю, калябль, неважно. Я собрал все, что нужно для... Ого, опыта 10 тысяч. Незнакомец быть сильный воин. Давай вещи. Тарра готовить улумулу. Вот. Незнакомец носить улумулу и быть гордый. Таррак теперь спать. Ладно. И что он мне дал? А, посох какой-то. Браслетик, надевай. Это посох какой-то вроде. Знак великой силы и мужества. На носителе этого знака не решится напасть ни один орк. Урон 35. Я что, могу им еще всем лей навешать? Да, это реально оружие какое-то. Это фигня на самом деле. Двуручная херня какая-то. Ну да, так и есть. Но я теперь ворочий лагерь, да? Да. Судя по логике. Да. Отлично. Может, ближе к истине. Правда, теперь придется подниматься опять. Но я лучше уже тут оббегу. Тут, наверное, быстрее будет все. Хотя хрен его знает. Ну, я уже побежал, так что насрать. Опять эта лестница. Ну ладно, давай. Ползем. Давай. Как старикашка уже ползает. А в халате так вообще реально как старик какой-то. Если только не топор на поясе. И не лук сзади. И не сексуальная косичка на голове. Был бы старик реально какой-то. Еще броню бы неплохо, кстати, сделать. Так что сначала, наверное, сгоняем к пацану. О, меч. Почему бы не забрать? Так что сначала к парню сгоняем, который может нам броней поделиться любезно. По идее, я всех ползунов тут перебил уже. Поэтому я буду во все оружие против орков. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Надо за это дело выпить. А не просто так, а даже шнапса. Чтоб стало совсем хорошо. И закусить еще всякой гадостью. Типа как суп из ползуна. Ну че, орки? Кто на меня? Я тут самый главный, самый зеленый. Я вообще не пил. Горло имя! Похоже, это орочья работа. Тебе тихо! Раб из шахты? Это оркский тихо. Знак дружбы. С ним я хочу войти в город орков. Знак дружбы! Что орки поймут этот знак. Чёрт. Увидимся! Горн! Глава 5! Игра зависла! Гол, лови меня! Я двигаюсь вперед к финишной черте!
Осталось еще немножко, и вот она, я готов. Не хочу. Мне и так хорошо. Так. Сатурн, слови меня. Этот фаербол и до фейерверки пускает. Всем охренел. Один я тут делом занимаюсь. Какой-то волк другой стал немножко. Хотя вот он. Я добыл кучу этих пластин. Давай, делай. Кучу этих пластин. Невероятно. Я немедленно приступаю к работе. Давай быстрее. Сколько времени это займет? Не имею ни малейшего понятия. Это же новое дело, приятель. Да мне насрать, давай быстрее. Забегай сюда, когда будешь поблизости. Бля, это вообще нормально, блин. Забегай, когда будешь поблизости. Давай мне броню, сволочь. Как продвигается изготовление? О! Доспехов. Я готово. Я наконец-то нашел... Иными словами, доспех... Да, приятель. Вот он. Лучший доспех во всем лагере. Спасибо, с меня причитается. Да ладно тебе. Это что, реально лучшая броня в игре? Не, только на данный момент. Покажи мне. Че, еще будет что-то более крутое? Конечно. Кстати, парень, у тебя отреспавнилась куча денег, поэтому. И сейчас оружие чуть выше стало на 5-м уровне все-таки. И луки, и арбалеты. В смысле выше? Ну сам посмотри, лучше? У него урон уже больше, вот у него надет арбалет не желтый, такой коричневый. Я вижу, вижу. Лумулу ему можно продать. 1000, нихера себе. Так, хорошо, 3000. А ты мне за это дашь... Вон еще какой-то крутой арбалет, боевой арбалет. Урон 100! Нихрена себе. Ну и ты мне денег дашь, естественно. Хотя подожди, тут есть какой-то крутой лук. Лук смерти! Давай сюда. Арбалет забирай, я все равно ими не пользуюсь. Так. Понеслась. Торговля. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, что-то переборщили мы чуть-чуть. Так, хорошо. Мне это нравится. Дай мне пройти. Во-первых, броньку дай. Ох, какой уважаемый человек, блин. Выглядит, конечно, как бомж. Но по бронированности веселая штука. Про защиту от магии сильно страдает. Зато защита от оружия на 10-ку повышается, от стрел на 5-ку. От огня херово, правда. И от магии херово. Но в основном я получаю урон от оружия. От огня там вообще вроде как в меня даже не влетало. Ага, ловкости не хватает. Ну вот, надо будет потом еще и ловкость качнуть немножко. Так, что мне теперь надо? Коркам вроде надо, ну, да, сгонять. Ну да, там теперь же у них и спрятана, да, пещера к спящему. Что? Какая пещера? Ну, пещера к спящему. Заходи, короче, к пацанам. Коркам? Да. И сейчас. Надо портнуться к уважаемому чуваку. Вот так вот. Эй, портал к некроманту. Он сейчас, наверное, меня не узнает. А где скелет? А, все, работаешь, молодцом. Смотри, с ним побазарить. Можно с некромантом? О чем мне новенькое, может, что-то скажет? Ну, вещи у нее должны быть новые. Кстати, да. Было бы неплохо взглянуть на ассортимент. Что, новый завоз, да? Поставки наконец-то пошли. Ну, я не знаю, как-то не особо гармонично. Топор у тебя за спиной. Выделяется. Что это? Голем? Нихера себе. Вызов голема. Вызов демона.
Бери, ну, давай. Голема покупай. И мой любимый огненный дождик покупай. Давай, голема. Огненный дождь тоже давай. И давай вызов демона, купим свитки. Частица ледяного голема, тебе, нет, спасибо. Тебе бабки хватит? Бабок. 8 тысяч, да. Ты что, сомневаешься? Сейчас ему тут больше навпариваю, чем я должен заплатить. Ты же знаешь, что у меня всякого барахла хватает. Огненный шар, например, огненная стрела, нахера мне, исцеление, нахера мне, свет. Уменьшение монстра пусть будет, сон пусть будет. Телекинез, нахер. Портал к магам воды, свиток, зачем? Трансформация в шныга, зачем? Мясного жука, зачем? Шныга бы я оставил, нахера. Хотя бы одну. Ладно, ставим. Так уж и быть. Частица, ой, сердце каменного голема, нахера оно мне? Еще магии можно всякие продать, которыми я не пользуюсь. Огненный шар, например. Ледяная глыба там. Шаровая молния. Нахер оно мне надо. Так, короче, талисман, защита от огня 20. Пусть валяется. О! Ксардос у нас еще алкоголиком будет. Знаете, 100 бутылок шнапса. Хлебушка. Все равно я это не ем. Риса 165. Знаете, весь. Тут голодаешь, наверное, небось, бедняга. Так, книжек ему можно напродавать. Главное, квестов их тут нет у меня никаких. Так, вроде не. Рецепты там всякие. Ну, яйца ползуна тоже на забирай, так уж и быть. Пластинка панциря ползуна воина тоже бери. Клык тролля. Зубы болотожора. Факелов до хера и больше. О, тут всякие бокалы, амфоры. Я же тебе говорю, я сейчас ему навпариваю, бритвы всякие. Что он мне еще будет деньги должен? Челюсти ползуна, крылышки, ну, всякие, шкура мракориса. Ртуть. Спирт, не смотри на спирт даже, я его никогда не продам. Он будет всегда со мной. Чуть еще можно впарить. Ну и в принципе все, надо же, даже получилось, что я ему еще денег должен. Странно, такое редко бывает. Но, тем не менее. Хоть когда-то деньги пригодились. Отлично. Ну и стискал старта. Побежали. Джеронимо! Ого, я присиганул. Давай вот так вот. Бочком пролетим аккуратненько. Оп, хорошо. И это ни в коем случае не читы. Это все вполне себе законно. А вот всякие Марвины F8, вот это вот уже читы. А это так, херня. Игровая фича. Игра просто научился планировать. О! Собака, привет. А не собака. Кусач. Ну все равно привет. Мясо есть? О, вот это хороший парень, у него есть мясо. Значит, какой-то дерзкий, блин, тут бегает, всех убивает. О, это парень крутой. Или пытается быть крутым. Не подходи ко мне, хуже будет. Да блин, что-то как-то у нас с тобой сражение затянулось. Давай немножко я назад отойду. Вызову подкрепление. Нет? Ты хочешь один на один? Давай. Если тебе так хочется, вперед, умирай. А, ты кто у нас еще безмясный? Ох, черт. Вот и зачем на тебя время свое тратил? Так, кстати, где у нас лагерь орков? Я что-то как-то уже подзабыл. По левой стороне, вот иди. Вот тут прямо, да, надо? Ну да. О! Шаман, кстати. Надо с ним, наверное, побазарить. Типа, эй, привет! Уршак, привет! Да, не забудь эту штуку надеть, кстати. Ну да-да. У друга есть улу-мулу. Быть хороший друг не забудет нести улу-мулу в руке, когда пойдет по мосту.
Окей. А как дела? Как дела, дружище? Уршак, быть здоров. Можешь ради обута его завалить. Нет, он хороший. Улу-мулу. Может быть, Уршак вернется со своим другом. Короче, он тоже хочет Улу-мулу. Всего хорошего. А что с собой там еще можно побазарить? А ты сказал, что братья запечатали храм. Что ты делаешь так близко от города, что кстати? Что ты делаешь так близко от города? Внезапно, Уршак вопрос. Уршак смотрит на братьев дома. Уршак думает, Крушак скоро проснется. Уршак ждет здесь. Будет сражаться. Спящий. Понятно. Скоро проснется. Судя по... Короче говоря, спящий скоро проснется, все отлично, идем мочить всех. Тогда экипировать это говно. Олу, олу. В атаку! Я даже атаковать не могу на ходу. А в принципе, знаете что, давайте закончим на этом этапе и стрим, и серию. 26 минут накапало, думаю, можно уже закончить. Так, как ее назвать? Лу. Млу. Чтоб точно не забыть. Так что я хочу сказать всем большое спасибо, что смотрели эту серию, что смотрели это в режиме реального времени. И мы уже как-нибудь в следующий раз все продолжим. А кто смотрит это на YouTube, естественно, переключайтесь на следующую серию. Потому что она уже должна быть на канале. Ну, как-то так. Так что всем спасибо и всем пока.